не стоит здесь оставаться. Если меня тут заметят, будет плохо.
наверняка есть. Найду укрытие.
буду осторожен. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят.
Ugh!
Я не так,
вот и ты! Я-то быстро его найду. Ты умрешь от рук спартанца! Ugh!
Значит, это их тайный зал. Я смотрю, они не скрываются, да? Что ж, мы пришли. Место собраний культа. У нас под носом. Я захожу. Постережешь мои вещи? Оружие лучше оставить здесь. Вряд ли им оно придется по нраву. Как я выгляжу? Зловеще. Хорошо. Когда все выяснишь, разыщи меня. И держи себя в руках. Не натвори дел сгоряча. Кто? Я? Боги, кто придумал эти нелепые наряды? Поздно, так нельзя. Хорошо, что Деймос еще не пришла. Прости, я здесь впервые.
Наши ряды пополнились. Что ж, здравствуй. Здесь так много людей. Но цель у всех одна. Хорошо. Мы будем обсуждать наши последние достижения. Мы не встречались очень-очень давно. Откуда эти люди? Отсюда и из-за моря. Мы все единое целое. Здесь нет войны и нет сторон. Ты назвала имя Деймос. Кто это? Ты очень быстро ее запомнишь. Это наш лидер. Она так считает, но нет, она наше оружие. С ней непросто, но она делает важную работу. Я бы не стала ей завидовать. Поговорю с остальными. Спасибо. Да-да, пока мы ждем Деймос. Кто знает, сможешь ли ты говорить потом. Возьми себя в руки, Малака! Визжишь, как свинья на бойне. Я понял, клянусь. И я убью его. Отпусти. Любишь смотреть, да? Так сделай следующий шаг. Давай, преподай урок этому нахалу. Что он натворил? Да какая Каиду разница? Повинуйся и без вопросов. Я подвел вас. Я испугался, но это в прошлом. Ты с художником не можешь справиться. Что случится, когда тебе прикажут убить Архонта? Я справлюсь. Я убью Фидия. Я... Ну, пусть знает, что бывает с трусами. Их поджаривают. Давай сюда. Нет. Нет! Еще? Нет. Я еду в Афины. Я найду храм. И убью его. Вот. И впредь не трать мое время зря. Мне нужно больше сведений, чтобы выявить культистов. Теперь проваливай, а не то запачкаешь одежду ее кровью. Ты! Кто-то приходил к тебе домой и убил стражей у входа. Говори, кто или изуродует твою милое личико. Прошу, умоляю, мне пришлось, он угрожал меня убить. Он! Тебе конец! Что ты ему сказала? Отвечай, а то появится другой повод плакать. Как бы я хотел вмешаться, но если меня разоблачат, все это бессмысленно. В чем дело? Твое лицо как маска Мельпомены. Твои родные живы пока. Я... Не трогайте их. Прошу вас. Все в твоих руках.
Но ты будешь слушаться, потому что знаешь, что им грозит. Прошу, нет. Мы убьем твою жену, сына. Зачем тебе тогда жить? Незачем. Именно. Это письма культистов. Боги! У них есть свои люди по всей Греции. Все куда серьезнее, чем казалось. Победителю посвятят состязания на Олимпийских играх. Ты так влиятелен? Я властен над любым из них. Давай, сделай ставку, если не боишься. Ставлю корабль мрамора на Афиню на вметание диска. Слишком легко. 25 кораблей рабов на спартанцев. Довольно. В карманах пусто. Да-да, как я могла забыть. Олимпийские игры останавливают даже войны. Но не обмен драхмами. Ты не слушаешь. Мать бесполезна. Забудь о ней. Еще как слушаю. Просто ты не прав. Сейчас нам нужно найти отца. Ты не убедил меня. Эй, мы хотим услышать твое мнение. Зачем тратить силы на тщетные поиски? Лучше сплотиться и покорить Афины. Нужно устранить непосредственную угрозу. Мы должны убить Перикла. Без матери не выйдет. Без нее мы недостаточно сильны. Не говори этого при Деймосе. И нам сейчас нужно искать отца. Мы знаем, кто мать. Разыскивая отца, мы зря потратим силы. Что думаешь? Нам лучше найти отца или мать. Никого. Есть другие мысли? Есть. Ее брата Алексиоса. Он никуда не денется. Нужно смотреть в будущее. Нет. Ищите его. Прошу меня извинить. Двух мнений быть не может. Культ должен решить. Пока от нас хотят лишь крови, как бы ни потребовали руки. Давай, давай, теперь твой черед. Воздержусь. Ради дела, не ради девочки. Пролей свою кровь. О, ладно. Я
Нужно сосредоточиться на том, что нам даст род Деймос. Какой род? Я имею в виду семью, мать, отца, брата. Они нужны нам, все они. Для дела. Конечно, Деймос не стоит об этом знать. Ты знаешь, как она вспыльчива. Она легко порвет нас на куски. Конечно, я никому не скажу. Правильно. Она не должна знать, что мы нашли ее мать. Расскажи о Деймосе. Она показала нам все, что нужно. Она инструмент, орудие культа. Тому, кто так изменчив, нельзя доверять личные сведения. Вы нашли ее? Нет, но этот момент близится. Поверь мне, она следующая. Что будет с матерью? Сделай милость, говори тише. Мы используем ее во благо, если сможем ею управлять. Мне пора. За наше дело. За него. Странно. Я что-то чувствую. Это пирамида. Как тот кристалл, что был у Элпинора. Последний фрагмент. Теперь все готово. Стоит мне взглянуть на нее, я слышу песнь. Песня силы. Зовет ли она тебя так же, как меня? Да. Что ты делаешь? Ты выжил из ума? Я... Нет. Она же еще не пришла. Держи себя в руках и молчи. Прояви уважение. Элпинор мертв. Среди вас предатель. Артефакт укажет на него. Ты! Все пройдут проверку. Ты давай. Все. Иди.
ты. Иди. Ты сюда.